Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами, как обычно, я, Лего Стайл номер один. И сегодня мы посмотрим инстаграм мистера Бултрона. Также то Байбутелис, это его второй, можно так сказать, никнейм. Я знаю, многие знают этого самодельщика. Он довольно популярный, он даже имеет свой YouTube-канал. Я думаю, это пиаром не является, потому что все его и так знают. Так вот, сегодня мы посмотрим его аккаунт в Инстаграме, потому что там много всяких эксклюзивных фото. Отсюда мы узнаем, что он финский, из Фин, да. Значит, тут Finnish Mocker Mr. Boltrons official Instagram аккаунт. Да, то есть официальный аккаунт финского мокера мистера Болтрона. Вот. Тут, значит, есть еще ссылка на его DeviantArt. И фотки. Давайте же посмотрим. Мало в каких сетях он выкладывал фото Реванпа Джунерса и К2СО. Я не помню, как его зовут. К2СО, да. Мало кто видел эти ревампы, но он выкладывал. Значит, тут подробный, видите, обзор, значит, Джунерса. Тут нам показывается, что это техник тела, и у него очень сложная конструкция. Я считаю, что ревамп успешный. Значит, тут также ревамп вот этого вот робота. У меня довольно сложно его выговорить, поэтому я не буду говорить. Такие у него ступни, тело тоже из техники, я думаю, это и так понятно. Кстати, вот так вот он выглядит сзади. Дальше есть вот эксклюзивчик с его селфмоком мистером Болтроном. The Fallen Toe, упавший или поверженный Toe. Кстати, вот его маска мистера Болтрона. И, в общем, сам пораженный его селфмок. А далее, что у нас тут есть? Как робот смотрит на селфмок. Как выглядит мистер Болтрон. Значит, его новые моторы. Они довольно прикольные, особенно вот этот, потому что этот потолще. Но я не говорю, что он жирный, просто мне больше нравится вот этот. Да, как там их? The Avmatoran Twins, Ninja and Afilkia Whip. Значит, что у нас тут еще есть? Давайте посмотрим. Тут у нас есть фотки с выставки, которые я сейчас показывать не буду. Вот могу показать вам моторонов. Значит, они выглядят вот таким подобным образом. Прикольные. Мне очень нравятся. Также тут есть подробные их фотки. Особенно мне нравится вот этот вот с кастомной головой и очень крутым огнеметом. Также очень нравится вот этот вот желтый. Его торс просто офигенен. Но это тоже ничего. Все они заслуживают высшей оценки. The Onumatoran, Mitch Hava. И дальше начинается описание. Дальше тут подставка под мистера Болтрона. Я бы такую подставку в жизни не собрал. Она требует очень много деталей. И она очень круто выглядит. Далее новая его самоделка. Табуха The Spirit of Deserts. Значит, вот так выглядит. Относительно новая, конечно. Вот тут даже примерка с другой маской. Опять же, та самая. Просто офигенная подставка, которая может подойти вообще под любой его мок. И разные, в общем, позы. Я думаю, вы все видите. Также это кастомная голова. Даже есть кофе. Вот его обновочки. То есть можно посмотреть, да. Тут его селфмок обновленный мистер Болтон, который, кстати, просто офигенный, стоит с обновленным мотором. А вот обновленный моторон по сравнению с мотороном прошлым. Но это вообще, честно говоря, ни о чем. Этот довольно классный. Стоп, что? В смысле? Возможно, это даже и не его мотором, я, честно говоря, не понял. Но я подпишусь. Далее тут есть еще одна красивая фотка с его селфмоком. Выглядит очень круто. Обновление мистера Болтрона. Новые детальки, видите, тут есть куча шарниров. И всяких прочих крутых деталей, которые мне очень сильно нравятся.
Наверняка с Бриклинка. Далее тут VIP новой самоделки. Эрфиад Door of Plant Life. Plant, точнее. Вот. Выглядит очень круто тоже. Значит, это старый Селфмок, который, честно говоря, мне не очень сильно нравится. А новый просто шедевр. Значит, тут все ревампы и лот паучий череп. Честно говоря, я нигде не видел этот ревамп. Я его первый раз увидел. Очень крутой. Тут тоже фотка со многими его самоделками. Крутыми всеми. Далее вот VIP как строился. Мистер Болтрон. Он очень крутой. Вы сами можете это заметить. Далее... Селфмок медитирует. В общем, очень много здесь фоток селфмока. Есть также вот такой вот нановолт. Это просто офигенно. Эти диспропорции, они сделаны специально. Я думаю, это все понимают. Одна из самых крутых его красная самоделка. Есть. Экиар Тор оф Лайфинг. Кстати, взят за основу Сокола Киму. В принципе, построение очень классное. Далее, ревамп Капаки 2016 года. Я так понял, что это не его ревамп. А ревамп вот этого вот чувака, на которого сейчас подпишусь. Далее у нас тут есть тоже самые его крутые самоделки. Например, вот эта, она очень крутая. И с щитом еще круче выглядит. Тоже самоделка, которая мне безумно сильно нравится. Та же самая синяя самоделка, которая тоже такая же крутая, как и прошлая. А у него все самоделки крутые, это его большой плюс. Это вообще какая-то очень самоделка такая новая, которую я не видел ни разу. Она тоже просто изумительно выглядит. Вот, это просто кайф, шедевр. Да, тут какие-то смешные штуки. Тут у нас, значит, Бомур энд Ника VIP. Выглядит классно. Далее, вот как он тут огонь приделал к маске Таху. Значит, хаверборд Табухры. Очень круто сделан, прям очень. Вот этот набор, из которого он сделал Табуху. Какое-то видео. Какой-то прикольчик с маской. Выглядит очень круто. Значит, тут VIP, я так понимаю. Тут вот как раз-таки этот мок. Миротан Тоу Фая. И, в общем-то, еще куча всяких самоделок. Если хотите посмотреть, то зайдите в Инстаграм и посмотрите. Это выглядит классно. Также у меня есть свой Инстаграм, я тоже вам сейчас покажу. Подписывайтесь, если хотите.